Давайте сегодня приготовим телятину, тушеную с перцем и луком. Это мой самый любимый рецепт из телятины. Кстати, в клубе снижения веса Алловита мы рекомендуем участникам употреблять не более 3 порций говядины в неделю. Большое количество красного мяса в рационе повышает риск возникновения рака прямой кишки и связано с повышением возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Но 3 порции в неделю вполне допустимо. Сперва подготовим все ингредиенты. Нарежьте небольшими кусочками 400 грамм телятины, одну луковицу порежьте как можно более мелко и перец болгарский 400 грамм нарежьте полукольцами. Зелень берите любую по вашему вкусу. К телятине подходят яркие ароматы, такие как базилик либо кинза. Слегка смажьте сковороду маслом, выложите телятину и накройте крышкой. Тушите на медленном огне минут 10-15, затем поднимите крышку и пусть испарится лишняя жидкость. Слегка обжарьте мясо и затем добавьте воды и тушите еще минут 40, немного подливая воды при необходимости. Если у вас не телятина, а говядина, то тушить можно минут 60-80. Добавьте лук, перец, 200 грамм 15% сметаны и 4 столовые ложки соевого соуса. Хорошо перемешайте наше блюдо и накройте крышкой. Добавьте немного воды и тушите до готовности, то есть когда телятина станет мягкой, а овощи приготовятся. Можете положить любимые специи. К телятине подходит сухой укроп, орегано, майоран и душистый перец. Каждая из этих пряностей придаст блюду свою неповторимую ноту вкуса и аромата. За 2 минуты до конца приготовления добавьте рубленую зелень. Мы с вами приготовили блюдо на 3 порции. Калорийность порции 286 килокалорий. Обязательно приготовьте телятину по нашему рецепту. Это станет одно из ваших любимых блюд. Подписывайтесь на наш канал и приходите снижать вес в клуб Алловита. Первая неделя для новичков бесплатно.